Здравствуйте, девочки. Я вижу, вы присоединяетесь. Не анонсировала сегодня прямой эфир, потому что очень много было людей. Пришло для два груза. И вот тут пока подстроила камеру, мы с вами не виделись. Начался новый сезон достаточно долго, но не считая эфиров из Италии. Я имею в виду эфиры из моего магазина. Поэтому сейчас вот подстраиваю немножечко, скажем, камеру, чтобы понимание было, как это все сейчас вот выглядит, потому что давно не делала эфиры, все тут немножко сбилось за лето, вот, поэтому сейчас чуть-чуть поправлю, вот так вот, да, и такой, наверное, просто коротенький совсем, минут на 10-15, больше, скажем, организационный эфир. Хочу вас поздравить с новым сезоном. Лето, к сожалению, закончилось, наступила осень, более холодная пора года, но вот наступает новый сезон в нашей работе. Вот, и получила я два груза Марина Чимилана, сумки Outlet для сшитой для миланского бутика. Она ведала Спига 42. И вот немножечко пришло тех сумок, которые вы заказывали из магазина, или как это называется, негоцию, из зала образцов фабрики Гибли. Вот, поэтому хотела просто поздороваться, думала, может быть, начну раньше, сумок совсем немножко, потому что там были в основном одни заказы, все свои заказы благополучно забрали, что осталось свободное, хочу немножко вам показать, хочу просто с вами увидеться, вот, сказать немножечко о планах, что уже, конечно, следующий эфир, вот, Марина Чимилана, очень много сумок, и сумки, которые вы не видели с фабрики, потому что они уже были в пути ко мне, вот сегодня приходили клиенты, ой, этой не было, этой не было, этой не было, потому что многие там были образцы по последней, и в тот момент, когда мы делали с Викой эфир, они уже ехали в Москву. Поэтому вот, поскольку времени совсем мало, хочу вам показать вот эти красивые сумочки Гибли из питона с ручной росписью. Это новый рисунок, как бы сказать, наверное, рисунок этого года, как вот мелодия этого года, да, это рисунок этого года, то есть был аватар, потом Дубай, теперь вот такой красивый тоже деграде, то есть переход красивый цвета из вот серого, фиолетовый, бежевый, более спокойный, пастельные такие цвета, не очень яркие, и он с жемчужным блеском, поскольку мы объясняли, что сейчас вот, ну скажем, новый эффект на коже питона, это жемчужное такое мягкое жемчужное напыление, немножечко с жемчужным эффектом, и вот эта сумочка с жемчужным эффектом. Опять же, эта сумочка размером побольше. Мы показывали их две. Маленькая, маленькую уже забрали. Вот осталась эта сумочка размером побольше. Вот в таком красивом питоне. Такая симпатичная красотка. Закрывается она на кнопочку. У нее есть здесь удобная модель, потому что здесь есть вот карманчик, куда можно класть очень удобно телефон, например, потому что карманчик достаточно такой широкий, неплотный, удобный. Он здесь, скажем, с выточкой, складочкой. Соответственно, в цвет сумки росписи питона сделана красивая замшевая подкладка на клапане. Есть кармашек для документов внутри. Здесь, конечно, перегородочек нет. И широкий длинный плечевой ремень у этой сумки. Размер у нее средний, она небольшая, не маленькая. Оптимальный вариант. Закрывается она на кнопочку. Очень понравилась вам эта модель в голубом цвете, таком серо-голубом. Так, сейчас я, подождите, посмотрю, там что-то такое, да. Вот, не очень пойму. Так, сейчас что-то такое, чтобы они могли присоединиться. Не знаю, как там показывает, не показывает в ВК. Что-то там, наверное, не срослось. Не знаю, не буду ничего трогать. Да, пусть записывается, а потом сохраним запись. Вот, то есть вот эта сумка свободная, ее можно приобрести. Это новая модель у Гибли, то есть с кармашком. Она в двух размерах, это размер побольше. И есть размер немножечко поменьше, он, наверное, вот как кармашек прямо. То есть вот это, пожалуйста, можете приобрести еще пока на улице погода хорошая, она светит солнышко, листья падают. То есть покрасоваться с такой сумочкой на фоне, скажем, какого-нибудь такого молочного цвета пальто, бежевого, красивого плаща, будете
неотразимы, и, соответственно, можно использовать эту сумку круглый год, весь сезон, потому что красивый бежевый основной тон, переходы плавные. В общем, сумка красотка во всех отношениях, и моделью, и расцветкой. Вот у нее здесь достаточно широкое донышко, ножки извиняют вот эти ребра жесткости. Так что, пожалуйста, вот такая сумочка свободна. Есть у нее, вот, может быть, не стоит ее убирать. То есть, если эта модель, у нее длинный плечевой ремень есть, но, конечно, она, ну, скажем, больше предназначена для ношения в руке. То есть, не знаю, тут некуда, наверное, отходить. То есть, вот для ношения в руке, потому что у нее ручка и такая очень женственная, нежная модель. Кстати, вот была неделя моды в Милане, много читала, смотрела. То есть, сейчас уже унисекс, вся вот эта спортивная обувь, одежда, она отходит на задний план. И вот, наверное, женственность, мягкость, нежность, пластичность, они заменяют, приходят на смену унисексу. Соответственно, вот эта сумка, ну, просто, наверное, если одеть каблучки, эту сумку, то чувствуешь себя девочкой, женщиной, нежной, беззащитной. И, наверное, хочется и открыть вам дверь, и подать вам руку. То есть, сумочка для настоящих девочек. И вот не зря вот этот фильм «Барби», который вышел, я его еще не видела, я только читала, что здесь у нас его тоже показывают. Наверное, это тоска наших женщин по, наверное, вот той красивой одежде, по тому стилю, женственному, нежному, феминили, как называют его итальянцы, к которому мы привыкли, всегда наряжали каблуки, всегда делали прическу, в цвет, в тон выбирали одежду. Но вот, наверное, сейчас это все возвращается. И вот такая сумочка, скажем, из такой же расцветки ручной росписи питона. Но она больше кроссбоди, то есть у нее длинный плечевой ремень, сумка красивая, но у нее нет короткой ручки. Соответственно, она предназначена больше для ношения на плече. Вот посмотрите, как она интересно сделана, как вот красиво вы открываете. Вот даже открыть такую сумочку, вот насколько приятно, и такая вот красота, как это все красиво, как это все нежно, как это хорошо все смотрится. И, соответственно, у нее второй такой же клапан, вот он есть. То есть здесь получается вот кармашек, такой достаточно плотный, наверное, может быть, для документов, для телефона. Сделано вот как бы две волны, одна на другую находит. Здесь вот кнопочка достаточно прочная, хорошая. И есть кармашек для телефона, для документов. Закрывается вот вторая кнопочка. И широкий плечевой ремень. Опять же, красивая фиолетовая расцветка кожи. Сейчас покажу. Вот, это две новые модели, которые, если я снимала на выставке в Москве, тогда мы делали фильм из павильона со стенда Гибли и показывали вам вот эти сумочки. Это была комби. То есть вот у нее такой длинный плечевой ремень. Не знаю, хватит ли мне расстояние. Я вот не выставила, наверное, телефон. Ну вот, видимо, кто меня видит в Инстаграме и в ВК, вот так она хорошо смотрится. И немножко YouTube, вот чуть-чуть, ну, допустим, так приподниму ее. Будем рассчитывать, что у нее длины ремня достаточно, ремень длинный, вот он регулируемый. То есть вот такая красивая сумка кроссбоди, нежная, женственная. Все такие плавные, обтекаемые у нее линии. То есть даже кроссбоди девочкина-девочкина. И опять же, вот эта новая, красивая. Здравствуйте, Юлечка. Вот, мы уже с вами сегодня виделись. Вот красивая вот эта расцветка питона. Наверное, может быть, я вот так открою, чтобы лучше было видно. Сумка небольшая. Вот смотрите, какая красота. Это все расписывает Элизабет, дочь хозяина фабрики Сандра, вручную. То есть, поскольку здесь разные расцветки в барабане, нельзя так расписать, будет один цвет, а так вот такая красотища. Вот, пожалуйста, новые тенденции модные по цвету и по вот этому жемчужному напылению. Так, то есть есть вот эта у меня сумочка свободная, можно ее прям приобрести. Есть она вот в таком. И вот уж заодно покажу вот такой кисет. Вот он именно совсем жемчужным напылением. Тоже такая яркая, позитивная, красивая расцветка. Вот сегодня с Сашей говорили, кто-то собирается сейчас в ноябрь, похолодает. Кто в Дубай, кто в Египет, кто
на какие курорты теплые морские. Вот смотрите, какая красота. Вот вам, пожалуйста, очечник. Сюда помещаются даже солнцезащитные очки. Вот у меня двое очков. Одни для зрения солнцезащитные. У меня просто разный цвет, чтобы не путаться. Очки достаточно большие, прекрасно помещаются. Вот у вас будет такой роскошный комплект. Кисетик. Бамбуковая ручка продается дополнительно. Здесь ручка регулируется у кисета. То есть она длинная делается. Это вот более удлиненная и короткая. И, если не ошибаюсь, у него есть еще длинный плечевой ремень у этого кисета. То есть он носится как кроссбоди. И вот к нему сейчас есть такой же красивый очешник. Так, 5 минут у нас, наверное, есть. Теперь есть... А, вот что сказать, забыла. Вот как раз-таки вот этот новый цвет, который вам понравился. Все сделали заказы. Захотелось очень многим клиентам, поскольку видели такой образец, вот, допустим, вот эту сумку вот в этом цвете вы видели. Ну, вот есть еще, скажем, тоже вот этот очень популярная расцветка, и вот это, пожалуйста, то есть многие ждут, сейчас сделали заказ, вот эту модель вот в этой расцветке. Так, вот эта сумочка кроссбоди тоже свободна, ее можно приобрести, пожалуйста, тоже длинный плечевой ремень. И вот такая более зимняя, более темная, более спокойная расцветка, пожалуйста. Ну и для любителей сине-голубого, это вот моя цветовая гамма. Так, есть к ней вот такая красота. Вот они, эти пушики. Мягкие, пушистые пушики. Вот прям пушики-пушики. Вот такая красивая, стильная сумочка. У него есть и шнурочек, длинный плечевой ремешок. Так, здесь я вижу подкладку, кармашков не вижу. Показывали мы их вам с фабрики. Вот такой красивый пушетик можно носить на длинном плечевом ремешке. Ну, наверное, больше рассчитан все-таки как нарядная вещь носить на плече. Ремешок регулируется узелочком. Можете сделать любую длину. Невероятно мягкий. Нежный питон. Здесь итальянская выделка. То есть невероятно приятный на ощупь. Просто необыкновенно красиво. Есть вот такая красота, ваш любимый Дубай. К нему, кстати, есть тоже очешник, но этот уже забронирован пошет. Я не знаю, может быть, если Марина меня смотрит, Марина, есть вот к нему такой же очешник. Он как раз сюда поместится. Сумочка, ну, такая все-таки больше летняя, парадно-выходная. И вот очень красиво будет, если из этого пошета вы вынете точно из такой же расцветки ручной росписи питона чешник, будет очень красиво. Мариночка, если вы меня смотрите или будете пересматривать этот эфир, вот, ой, простите, пожалуйста, не Марина, Наталья, господи, как аббревиатура в Инстаграм почему-то Марина, человека зовут Наталья, она мне написала, поэтому извините, я ошиблась. Вот, если вы будете пересматривать, то, пожалуйста, вот есть такой комплект. Так, можем вот это поставить вот сюда. И есть вот такой же красивый, вот вам а-ля Барби. Вот сегодня умилялась Юля, и умилялись все, кто приходил. Вот такому красивому, вот яркому, наверное, мне и надо было начинать вот с этого красивого пошета. Вот такая красота, яркий, красивый цвет, позитивный фуксия. Вот читала тоже, что очень красиво, если выбрать все, допустим, обувь, одежду, все в одном тоне, не так легко это все подобрать. Но мне кажется, конечно, будет просто красота красотичная. Будет очень такое позитивное, жизнерадостное, я не знаю, одеяние у вас, что ну точно, ну ни один человек не пройдет мимо. Мягчайший питон матовый, вот такая красота. Опять же, вот подбит такой же кожей, очень красивая сумочка, невероятная, нежная, женственная, просто необыкновенно красивая. Ну и такая вещь, она может 10-15 лет служить на любой выход. Черная, белая, какой бы цвет вы ни одели, вот пошет из натурального питона даже в таком цвете обратит внимание на любой вечеринке, на свадьбе, везде вы будете просто гвоздем программы. То есть вот такая вот красота, очень красивая. Вот такой малыш. Есть, пожалуйста, свободный, можете приобрести, ждать не нужно. Теперь пришли вот эти сумочки. Ой, все упало, простите меня, пожалуйста, пока нас не торопят.
купят. Я вам покажу совсем мало, потому что вот для тех, кто меня спрашивает, сейчас пришло только то. Ой, господи, вот кого-то ждет вот этот красивый очерчик вместе с кассетом. Сейчас пришло только то, не то, что мы показывали в эфире, мой заказ, и показывали то, что есть из наличия. Вот сейчас, чтобы не путаться, мне прислали для тех клиентов, кто заказал, кто-то едет отдыхать, еще на улице теплая погода, мне прислали только то, что было, скажем, в наличии в магазине по заказу или то, что я выбрала для себя. Вот опять же, вот этот популярный у вас всех цвет, который вам всем понравился. У него есть цепочка. То есть эта сумочка, сейчас я ее тут найду, на цепочке. Вот она лежит, цепочка. Здесь еще и не всем нравится золото. Здесь никелированная цепочка. То есть можно ее носить как пошет. Можно его носить под мышкой. Так, не занимается у меня сейчас. Я пристегну его. Еще время есть. Так, немножко вам вот этого всего покажу. Так, и тоже показываю для того, чтобы, например, кто-то, может быть, не видел эфир с фабрики, кто захочет что-то себе заказать, вы можете прийти, примерить. Сумки все-таки из питон, это всегда люкс, лакшери, плюс ручная роспись. Конечно, это дорогая статусная вещь, и лучше, конечно, примерить, посмотреть, как будет относительно вас. Вот это смотреться, размеры, все остальное, и потом уже можете выбрать расцветку, это все-таки не кусочек, там 5 сантиметров, а вот есть такая реальная сумочка, на которой вы можете посмотреть, насколько красивый этот цвет, серо-черно-розоватый, и здесь уже вот участвует как бы сам естественный рисунок питона, и вот эта роспись. И вот опять же можно носить его вот таким образом. Как я вам говорила, что очень удобно, даже вот, допустим, сумочка простая, но из-за того, что очень красивая расцветка, телефоны, все необходимое, можно его носить просто вот так, как вечерний аксессуар, и даже сейчас, если это девочка-девочка и женственный стиль, то, пожалуйста, можно носить под мышкой, вместе с тем у него есть цепочка, вот такая красивая сумочка, она есть в трех расцветках. Вот такой натуральный тон. К нему есть все, и очешники, и косметички. Пожалуйста, вот такой есть очешник. Я уж тут... Вот, пожалуйста, вам будет прекрасный, шикарный комплект. Очешник и вот эта сумочка. Так, есть где-то зеленый сейчас здесь. Уж поставлю, надеюсь, что не упадет. Чтобы вы видели. Так, вот очешник сюда пока положим. Синий вот этот есть, здесь стоят, и есть еще свободный, не знаю, один, по-моему, Ленин. Вот, Леночка, если вы меня смотрите, вы всегда вечером подключаетесь, вы просили светло-зеленую вот эту сумочку для вас, пожалуйста, откликнитесь, если она вам нужна. Вот он светло-зеленый, и есть такая сумочка в изумрудном цвете, вот такая красавица, в темном. Красивом, благородном, изумрудном цвете. Шабаш! Так, ну и, наверное, из того, что я получила, вот вы видели, вот опять же вот такая красота. Где он тут у меня лежит? Ага, вот. Вот тогда был белый такой комплект, сейчас вот такой красивый. Это лимитированный питон. Я думаю, что это делает для кого-то, кто-то заказывал из марок высокой моды, поскольку сейчас у всех есть крокодилы и питоны у люксовых брендов. Вот такой вечерний красивый клатч. У него тоже есть цепочка, молния. То есть вот так он красиво смотрится. И вот, пожалуйста, кто носит очки, как раз этот очешник поместится сюда. Вот такой у вас будет роскошный комплект. Просто невероятно красивого цвета, изумрудного, с глиттером, с вот этим жемчужным напылением. То есть просто роскошная вещь, необычного цвета, обращающая на себя внимание, но сдержанный, красивый, благородный оттенок. Вот он есть в таком цвете. Есть вот, пожалуйста, в изумрудном, темно-зеленый, изумрудный, матовый черный. Вот, пожалуйста, кто спрашивал даже кожу, невероятно она мягкая, она мягче, чем с глянцем.
благородный, цепочка, очень красивый клатч. Это уже классика на все времена. И есть вот опять, нет уже такого, был как раз таки, я не знаю, Виктория, вы брали такой комплект себе. Я помню сумочку и очешник. Есть вот сейчас такой клатч. Я вот не знаю, может быть, уже этого много, спортивный вариант был. И вот такая вот красота, пожалуйста, есть вот такой красивый брусничного цвета клатч. Вот он видно с глиттером, весь сверкает. Невероятно красивый аксессуар. Вот такой. Так, это была сумочка. Пришли два кошелька. Вот у кого льдинка. Вот для сумочек льдинка. Вот такой кошелек, пожалуйста, пришел. Из того, что показываю вам, просто то, что у меня, чего у меня не было. Вот такой натурального цвета. И еще есть из того, что вы не видели, очень много аксессуаров, вот обложки для паспорта, все, достаточное количество. И не могу, вот. И взяла из того, что мне очень понравилось, предлагаю вам. Вот такой красивый батончик, я его показывала тогда, молочного цвета, с глиттером, жемчужное напыление. Вот сумочка и в зиму, если у кого-то светлая одежда, и в лето, кроссбоди. Простой формы, очень удобная сумка, вот такая красота. Пожалуйста, он свободен, можете его приобрести. Не знаю, хотела вот подруга у меня спрашивала, как раз таки шутили, что платье одинаковое, может быть, Лене это понравится. Ну вот, пожалуйста, пока свободен. Вот такая сумочка. Ну вот это, наверное, все, что я вам хотела показать. Аня, нас пока, видимо, видели, что у меня тут сегодня было очень много народу, поэтому сегодня такой у нас приятный молодой человек в охране. Видел, что у меня тут не войти было, поэтому пока не торопит, видимо, вот дает нам еще минутку поработать. Вот еще пришли вот такие планшеты. Это уже кожа у нас была, лимитированная коллекция, сумочка для телефона. Для тех, вот кто у меня сейчас, люди спрашивают, покупательницы, кто, ну, хочет быть немножко стройнее, чтобы вытягивало туловище. Вот они вытянуты в высоту. Были, кстати, и косметички такие, были и очешники такие. И вот такая красивая сумка для телефона, планшет, который вытянут вверх и визуально вытягивает кожу, туловище. Ручка у него регулируемая. Вот здесь еще достаточно длинный ремешок. Внутри здесь, я не вижу, логотип Гибли, замшевая подкладка, никаких отдельчиков нет, это больше сумка для телефона, наверное, для меня, у меня их 4, как раз сюда поместится. Ну или же опять же вот очешник сюда поместится по высоте, что я вам говорила, кто носит очки. Косметичка-то, наверное, тоже поместится, но будет, наверное, очень большая, займет всю эту сумку. Есть, кстати, такого цвета. И вот такой же интересный зеленый. То есть это все лимитированные коллекции, выпускаемые маленькими тиражами. Я, ну, я предполагаю, что для кого-то из люксовых брендов. Вот выставлю, вот потихонечку выставлю. Я тогда снимала Dolce & Gabbana, всякие разные. Некогда просто было выставить. Соединю их фильм, загрузила в этот телефон, где снимала видео. Вам для интереса еще вот крокодиловые питоновые сумки, по-моему, я снимала их в Порто-Черво и еще снимала в Стамбуле в Duty Free. Поэтому так для ознакомления. И добрый вечер, Ира. Вот, так что вот таких два планшета. Это вот то, что я взяла тогда из свободного эфира. Когда был с фабрики, пожалуйста, вы можете это приобрести. И вот остался у меня еще один вот такой красивый. Вот эта сумочка с прошлого эфира. Вот она вся со стразами Сваровски. Вот так сверкает. Красивый золотистый такой тон питона. Очень элегантная сумка с жемчужным напылением. Вечерний вариант, который можно носить и вот так, и можно носить в руке. Есть тоже, сюда можно надеть цепочку. Я не знаю, есть ли в этой сумке, но у меня цепочек теперь есть каких угодно, любое количество. Вот, здесь я цепочки не вижу в этой сумочке, но у меня есть цепочки и от Гибли,
и всякие разные, поэтому если к этой сумочке нужна цепочка, чтобы носить ее таким образом, пожалуйста, вот от тех же косметичек сумочек есть цепочки, пожалуйста, я могу вам дополнительно их продать. А так вот невероятно красивые просто. Вот видите, вот все это сверкает, золотом горит, и вот эти стразики переливаются. То есть действительно роскошный королевский вечерний аксессуар. Вот это вот то, что есть на сегодняшний день, пока нас не торопят. Есть еще вот одна последняя вот такая маленькая сумочка из наличия, что у меня есть. Огромное количество браслетов. Также обложек для паспорта из маленьких кошелечков. Есть вот черный, я не знаю, Олечка, если ты спрашивала, клиентка выбрала большой, для нее прислали, я забыла. Есть теперь вот черный такой кошелек и есть вот такой коричневый. Вот, кстати, может быть, день учителя, как раз-таки мы говорили. Есть вот такой прекрасный, смотрите, какой подарок комплект. Кошелек и очешник из черного питона, глянцевого. Вот кому нужно сделать шикарный подарок, вот, пожалуйста. Или учителям, или, допустим, родственникам. Вот есть такой замечательный комплект для хорошего подарка. Вот. Ну, наверное, не будем мы заставлять нервничать молодого человека. Я не знаю, вот еще у нас есть вот такие женские красивые ремни. Я забываю все время их показать. Из крокодила с пряжечкой, обтянутой тоже кожей. Трудная в изготовлении, потому что вот такая фигурная пряжка, обтянута кожей крокодила, красивый черный ремень. Но вот я не в таком, не переодела, не успела. Но сегодня, например, без ремня совсем бы некрасиво смотрелась блузка, скучно. С ремешком и черной одеждой было бы очень здорово. Вот, пожалуйста, есть такой ремень. Так что нам дали возможность. Обложек большого количества не было. Вот немножко могу показать, опять же, день учителя. Вот хороший подарок. У них есть гибли, скажем, сумочка, 6500 стоит. Вот, подойдет всем. Тут уж какой бы цвет вы ни подарили, вот такая красивая вещь, нужная всегда в хозяйстве. Российский паспорт, загранпаспорт. Вот она в разных цветах есть. Я тут немножко так разложила. Вот такой красивый, роскошный, просто золотой цвет. Сейчас сумок очень много. Вот такой цвет. Вот, кстати, даже, вот смотрите, стоит сумочка. И вот к ней платиновая. Я думаю, что вы видите. Сейчас попытаюсь. Вот смотрите, какая красота. Сумка такая и обложка для паспорта такая. Тоже можно сделать себе подарок. И роскошный. Я люблю, когда все неаккуратно падает. И опять же вот так вот тоже очень красиво вот к этой сумке будет такая же обложка для паспорта. Так, что у нас тут еще есть следующее на повестке дня? То есть вот такой питон красивый. Вот есть ярко-синий. Вот такая красивая. Есть, кстати, опять же вот идея для подарка. Есть косметичка. Точно такая же. И есть точно такая же. Не буду я все разорять. И вот есть такая же обложка для паспорта. Тоже, пожалуйста. Это сумочка-косметичка с цепочкой. И вот будет такой прекрасный комплект. Так, что у нас там дальше на повестке дня? Так, это я показала. Ага, вот в эту сторону идем. Розовый вот такой. Опять же, для, например, вот этого паше это будет очень красиво. Ярко-розовый и вот, вот такой красный, темно-красный цвет, вот Cartier. Черешня. Вот такой какой красивый, посмотрите, цвет прям спелой вишни и глянец. Вот этот любимый вами, достаточно темный. Вот он с посерединке прям идет спинка. И вот такой. Вот это обложки для паспорта. Так, вынуждена, наверное, с вами прощаться, пока нас не торопят. Из того, что вот показываю, много вот таких невесных очешников. Просто все вот падает. Вот такие есть невесные очешники.
Они вот так надеваются на сумочку, кладутся туда очки. Очень большой выбор. Вот, кстати, смотрите, какая идея. Вот очешник навесной. И точно такой же, вот она такая же сумочка. Один в один. То есть планшет и вот такой к нему. Можно внутрь, можно на сумку. Вот такой же получается очешник. Вот, и, соответственно, уже вот сейчас попросят нас уже удалиться. Выключаем это все. Вот, так что до сегодня вторник, до четверга буду вам показывать и перчатки. Люди спрашивают, начался сезон, покажу вам и перчатки, и сумки, которые пришли. Спасибо, что вы меня ждали, спасибо, кто был со мной. Эфир запишу, сохраню, сможете посмотреть, потому что ничего не анонсировала, не знала, получится или нет. Всего хорошего, люблю вас, целую, до свидания, до четверга.